Наш видеоурок посвящен тому, как нужно зарегистрироваться на блоге для введения комментариев на блоге. Регистрация происходит в следующем окне. Это окно регистрации. И мы проходим на страницу регистрации. Выглядит она в WordPress вот таким образом. Нужно будет заполнить имя пользователя и прописать вашу электронную почту. Желательно сделать это латинскими буквами, но мы в данном случае пропишем, предположим, гость. И свой электронный адрес. Нажимаем на кнопку «Регистрация». Далее, нужно обязательно проверить свою электронную почту. Программа это рекомендует, и мы идем на почту. Здесь вот как раз у нас вот эта вот почта пришла. Здесь указан пароль, вы видите, да, и имя пользователя. Пароль мы копируем, Ctrl-C нажимаем на клавиатуре и нажимаем на эту вот ссылку. Она выведет как раз на эту страницу регистрации. Вписываем пароль. Вставляем Ctrl-V, кто если не знает, ну и тут прописываем свое собственное имя, которое мы только что прописали. Можно отметить чекбоксом «Запомнить меня» и нажать на кнопку «Войти». И здесь как раз открывается ваш теперь профиль. Имя вашего профиля, ну вот оно, гость. И в окне «Новый пароль» вам надо будет обязательно изменить пароль ваш и прописать новый. Вы их прописываете. Ну и далее мы опять возвращаемся на главную страницу теперь уже блога. Так, переходим назад к сайту. И мы видим, что мы уже зарегистрированы. И теперь мы уже можем реагировать на каждую статью. Ну, предположим, запуск персонального блога. Мы хотим что-то здесь написать. Пишем комментарий некий. Предположим, я просто пишу какое-то предложение. И отправляем комментарий. Нажимаем на эту вот кнопку. Отправить комментарий. Нужно сказать, что здесь есть следующая особенность. Вот вы видите, что комментарий появился ваш. Но дело в том, что пока он на самом деле читателям не будет виден. И следующие ваши комментарии, после того, как вы напишете первые два раза, они уже будут появляться автоматически. Но первый раз ваш комментарий должен утвердить администратор блога. Вот такие есть особенности комментариев в блоге, который построен на движке WordPress.